тема. Сейчас скажу. Вот я начал об этом. Дальше мы должны были говорить о хрупкости деревьев. Вот. А о том, как, чтобы вот этого не было. Это у меня в саду. Тут получается две крайности, рассуждал я. У меня таких веток упало с десяток. А если бы я сейчас, ага, вот, если бы я вот так делал, смотрите, вот не успел, все свежее, я только вот библиотека вчера мне подарила вот эти книги, они никому не нужны, видите, видите, вот, посмотрите, вот раз я не успел сюда, видите, вот это учеба, это значит, что если человек вот так вот взрослое совершенно взрослое дерево возьмет и вот так обрежет, я надеюсь видно, что будет сказать? Будет дичайшее невероятное загущение. А этот автор, два автора, вот, кстати, южане, заметьте, они после учат, как избавляться от загущения. А фактически это не, не это самое не осветление, а то самое загущение. То есть вначале загустим до предела, а потом будем учить наоборот. Вот 50 тысяч экземпляров. Поняли, да, к чему? И вот я себе никому не мешаю, готовлю эту тему. Что мне надо было сказать? Да чем с ним, пусть у меня упадет десяток таких веток, чем я буду, а если брать в среднем, там получается, я вам показывал, если взять мое дерево, среднее, ну такое же там, 10-15 лет, середина наполовину, у него получается лишних веток на каждом. Вот именно те, которые нужно вырезать. Она 10, от 50 до 100 веток лишних. Ну, лишние в кавычках, это они считают, что я должен тут же уничтожить. После этого что случается с деревом? Ну, яблони покрепче бывают. Абрикосов у нас в стране нет. В Саяногорске заканчиваются абрикосы. Вот. Урожай был хороший в этом году, не только у меня. Но количество их уменьшилось 10 раз. Почему? Калечили, калечили, калечили. То есть была предложена альтернатива. Арк деревья неправильные, и это ветки отрезали. Я прикинул, от 50 до 100 веток мы должны были, я должен был на каждом дереве уничтожить, чтобы не было вот этого, что на экране. А на самом деле деревья теряют крепость и становятся хрупкими. И тогда уже точно все это развалится.